Друзья, приветствую всех на нашей стоянке. С вами компания Topcar Import. Меня зовут Вадим. Напоминаю вам, что мы занимаемся экспортом автомобилей из Южной Кореи, Японии и Китая. На сегодняшнем обзоре у нас будет два автомобиля, привезенные нашей компанией из Южной Кореи. Это Hyundai Santa Fe 4-го поколения, рестайлинговая, и Kia Sorento 4-го поколения. Мы с вами поговорим про две данные автомобиля. Сравнивать я их не буду, потому что война между Hyundai и Kia, она будет вечной. Но, в принципе, раскрою ценообразование данных моделей, покажу, что в них появилось, что усовершенствовали и вообще, чем они отличаются от своих предшественников. Поэтому видео будет минут на 30, как я всегда говорю, заранее, без воды. Покажу интерьер, экстерьер, обсудим детали, посравниваем. И опять же, я буду про них рассказывать с точки зрения привоза автомобиля из Южной Кореи. Я не буду сравнивать их и рассказывать подробно там про какие-то детали, про какие-то нюансы. Я не механик, мы занимаемся привозом автомобилей из Южной Кореи, Японии. И я буду просто говорить на уровне обывателя, любителя и человека с такими же знаниями, как и вы, который хочет просто привезти автомобиль, чтобы его эксплуатировать в дальнейшем. Поэтому видео не про какие-то тонкие моменты, про движки, про конструкцию, про платформы. Я просто расскажу любому обывателю, что из себя представляют данные автомобили. Поэтому погнали. Ну, начнем мы с Santa Fe 4-го поколения рестайлинг, потому что это совершенно другая машина. Хоть это и рестайлинг, но это вот как Sorento. Просто разные машины с предыдущими поколениями. В принципе, их тяжело сравнить, особенно с Sorento. Смотрите, новая платформа позволила корейцам сделать автомобили гибридными. Это не гибриды, сразу скажу. Гибрид есть и у Sorento, и у Santa Fe. Но я сейчас буду рассказывать про Hyundai Santa Fe. В принципе, эту всю информацию вы можете адаптировать к Kia Sorento, потому что, ну, не вижу смысла это дублировать. Сомнительное решение было со стороны корейцев поставить роботизированную коробку, 8-ступенчатую коробку передач, хоть и мокрую, конечно. Не всем потребителям это зашло. Ну, понятно, мы живем с вами в России, у нас это, ну, не принято. Робот, что это за робот вообще? И только в 23-м году как-то более-менее, ну, вернее, наверное, в конце 22-го года уже робот начинает обретать популярность, потому что новые автомобили выпускаются в основном на роботе. Ну, что я думаю по поводу этого? В принципе, никакой проблемы в этом я не вижу. Если вы живете рядом с крупным населенным пунктом, либо в крупном населенном пункте, то проблемы с калибровкой робота не будет. А это самое важное. Если правильно обслуживать и калибровать, то автомобиль спокойно будет ходить до 200 тысяч километров и не испытывать проблем. Это как многие говорят. Именно про робот. Смотрите, тут у нас 2,2 литра турбодизель, там тоже 2,2 турбодизель, и там 8-ступенчатый робот, и тут 8-ступенчатый робот. Есть гибридный 1,6 бензин, они идут, по-моему, на автомате, да, на автомате они идут. И также есть 2,5 мотор, там тоже робот, но идет бензин. В принципе, про бензин скорее это не ликвидно, не востребовано, не советую, дорого очень, не переплачивайте за это. Это, в принципе, дилерские автомобили наши, российские, тут идет турбодизель, в принципе. А движок надежный. Движок классный, современный. Что у нас еще тут поменялось? А, давайте про ценообразование сразу скажу. Это у нас, это у нас полный привод 2.2. Он со всеми расходами зашел в 3,5 миллиона, потому что мы его завезли как непроходной. Проходным он станет с августа. Ну, в августе уже вариантов просто не останется. Это как Kia Sorento. Она стала проходная в 4 месяце, то есть в апреле 2020 года. А вариантов сейчас уже таких нету. Максималка, небольшой пробег, идеальная цена была. Сейчас, конечно, уже другое. Ну, поговорим про нее. Так. Смотрите, передний привод, максимальная комплектация, пробег 30 тысяч километров, уже цифровая приборная панель идет, есть с чашками, но я буду говорить с цифровой приборной панелью, это от 2 миллионов 950 тысяч рублей до Владивостока со всеми расходами, если завести ее в августе как проходную. И полный привод от 3 миллионов 350 тысяч рублей, там уже тоже 40 тысяч пробег, в принципе, Santa Fe стоит чуть-чуть подешевле, чем Sorento. Вот. Лошадей у нас тут, смотрите, 194 лошади заявленных корейцами на гибриде, 180 лошадей, а на бензине 281 лошадиная сила. Максимальный крутящий момент у автомобилей одинаковый, 441. Ну, что еще вообще тут можно рассказать? Глобально корейцев можно понять, почему они ставят робот. Во-первых, это удешевление автомобиля. Я хочу просто затронуть робот, потому что, ну, для многих это проблема, возражение, хочу это закрыть. Почему они вообще делают? Они думают глобально, это удешевление автомобиля, это экологичность, и как в результате мы получаем хорошую экономию в расходе топлива, если установить робот. Понятное дело, что у этих же автомобилей прекрасный 8-ступенчатый автомат идет. Что у 4-го поколения Santa Fe, что у предыдущего поколения Sorento, 8-ступенчатый прекрасный автомат. Все к нему привыкли, все довольны. Вообще,
никаких возражений нету. Ну, тут придется привыкать к новому, это инновации. Поэтому, да, почитать главное, погуглить, и можно пользоваться. Но всегда будут те люди, которые, ну, будут критично относиться к этому моменту. Ну, что поделать? Всегда разное мнение. Тогда вам придется выбирать что-то другое. Ну, вы же не выберете робот. Привод газораспределительного механизма здесь заменен на ременный. Раньше тут был цепной, но он был очень шумный. Я подозреваю, что изменения именно связаны только с этим. Блок цилиндров раньше был чугунный, а теперь стал алюминиевый. Но подождите, он стал гильзованный, поэтому не так уж и печально. И свечи накаливания теперь изготовлены из другого материала. Это лишь основные изменения, которые произошли по двигателю. И как видите, они очень-очень глобальные. Это у нас максимальная комплектация, каллиграфии, тут у нас Signature идет на Sorento. Давайте посмотрим, что у нас по салону. Опять же, всю эту информацию, которую я сказал про Hyundai Santa Fe, перебрасываем на Sorento, адаптируем, в принципе, одно и то же. Я всегда говорю, я не механик, просто посмотрел отзывы других людей, почитал что-то, что изменилось, и самые важные моменты я для себя выделил. Поэтому сейчас смотрим, что у нас по салону, это максималка, погнали. Что я вообще думаю про данный Santa Fe? В принципе, это четвертое поколение. Автомобиль по кузову почти не поменялся, кроме морды, в принципе, и немножко объемов. Но я сам думаю, что это вот была Hyundai Santa Fe 4-го поколения. Они запустили Sonata, Palisade, посмотрели, что людям зашло это. И потом все вот эти вот инновации, которые они туда втулили, они впихнули в эту Santa Fe. И получилось 4-е поколение, рестайлинг. Панель, как у Palisade. В принципе, салон стал немножко объемнее, просторнее. Место стало чуть побольше, но в целом по салону больше никаких изменений не произошло. Это все тот же классный кроссовер 4-го поколения Hyundai Santa Fe, который всем так нравится. Появилась новая панелька, появилась цифровая приборная панель, немножко увеличился дисплей. Кожа все так же классная, имитация строчки тоже классная, имитация кожи классная. В принципе, многоуровневая панель сохранилась. Она, конечно, многим не заходит, но, как по мне, классно, это современное решение. В принципе, это решение именно Hyundai Santa Fe. Такое многоуровневая панель, это ее фишка такая. Она и вот тут есть, и там есть. В принципе, классно. Огромная панорамная крыша, плюс алькантара. Все то же самое, что и в прошлой версии. Просто немножко доработали. Но по сравнению с Kia Sorento, Kia Sorento это отдельная вообще машина стала. Если раньше Kia Sorento была, так сказать, близнецом Santa Fe, таким уныленьким, но все же у Sorento есть своя аудитория. Sorento, я тоже считаю, хороший автомобиль, в принципе. Но теперь Sorento это новый автомобиль. Вообще, мне даже не хочется сравнивать его с той Sorento, которую я знаю. Мы когда будем говорить, вы увидите мои эмоции, это вообще совершенно другое. Тут я сравниваю со старой доброй Santa Fe. В принципе, все так же удобно. Мне Santa Fe очень нравится, это самый любимый кроссовер. Офигенный, классный, вместительный, большой, проходимый. Да у него нет изъянов таких, которых я бы вот хотел выделить. Просто все там классно. Он не вау, но он классный автомобиль за свои деньги. Тут все то же самое, просто улучшили. Ну и робот себя впихнули зачем-то, непонятно. Смотрите, добавилась тут надпись Krill. Чтоб точно знали, что премиальная музыка Krill стоит. Про кнопочки, про вот эту всю движуху, именно связанную с панелью. Мне очень нравится, когда есть кнопки. У меня сейчас автомобиль, там все сенсорное. Мне очень некомфортно это. Мне проще потыкать по кнопочкам. Тут они очень удобно сгруппированы между собой. Кнопочки комфорта, вот подогрев, вентиляция. Классно, не надо там что-то где-то тыкать. Спокойно, примитивно, понятно, когда за рулем едешь, нажал, да и все, не надо отвлекаться. Дальше у нас тут сгруппированы кнопки, которые, ну, никому не нужны в основном. Это камера, парктроники, один раз включили и забыли. Тут у нас подогрев руля, автохолд и тема вообще, которую никому не надо, даже говорить про нее не буду. Дальше у нас переключение режимов езды, шайба идет. Считаю, то, что это очень удобно. Давайте заведем автомобиль. Автомобиль уже русифицирован на русский язык. Мы его русифицировали. И когда мы русифицировали автомобиль, кстати, добавилась функция распознавания знаков. Она есть и на проекции, и на цифровой приборке. Почему-то не подсвечиваются режимы, но они у меня есть на экране. Очень странно. Drive Mode, вот. Комфорт, эко я могу переключать. Странно, нужно с ним разобраться. Когда я сажусь в подобный автомобиль от Hyundai, например, Hyundai Palisade, от Hyundai Santa Fe, именно в салон, первая мысль, да до чего бы доколебаться? Я смотрю, ну, все идеально. Но есть такой фактор, нюансик один маленький, который, я думаю, для многих решающий. Это, конечно же, кнопочные КПП. Да, не лучшее решение, потому что многие привыкли к классическому, чтобы чувствовалась передача. Ну, к кнопкам быстро привыкаешь, для многих они потом становятся еще и удобнее. Ну, это для многих остается навсегда неудобно. Как бы, да,
кнопки как-то, ну, не то, совершенно не то, для меня не то. Кто согласен, поддержите в комментариях. А так, у меня никаких претензий к ним нету, ну, хотелось бы, чтобы все было классически. Дальше у нас появился ионизатор воздуха в автомобиле. Что еще вижу? Умный климат-контроль появился в автомобилях. Дальше, ну, двухзонный климат-контроль, понятно, есть проекция на лобовое стекло, все то же самое, огромная панорамная крыша, я говорил уже. Появилась вертикальная зарядка. Вертикальная зарядка, вот так ставим телефон. Давайте, а, второго с собой нету, вертикальная зарядка. Кстати, это классно очень. Один подстаканник, маловато, но вот тут есть второй. В принципе, если мы открываем, тут у нас USB и второй подстаканник. Причем он на большую бутылку рассчитан, ну, идея такая. Дальше у нас подлокотник открывается автоматически. Тут у меня претензий нету. Также про модную парящую панельную подвеску, вот эту, как назвать правильно, она зашла в моду, она с палисадов пошла, то что вот тут есть место. Если вам тут мало места, вы сюда все барахло скинули, также 12 вольт есть с двух сторон и USB. Считаю, это классно, очень классно, это экономия места, умная экономия места. Во многих автомобилях этого не хватает, согласитесь. Ну и еще хочу отдать уважение корейцам, они сделали реально классную цифровую приборную панель. Она красивая, она современная. Когда мы переключаем режимы вождения, комфорт, эко, спорт или смарт, меняется цифровая приборная панель. Прям очень интересно и очень классно, можно поиграться. Также на цифровую приборную панель дублируется удержание полосы, контроль дистанции, и это все дублируется у нас еще и на проекцию, также распознавание знаков и вот эти все функции. Это очень классно, я считаю, очень красиво, и проекция довольно-таки большая, видно все прекрасно. За это вот да, респект. Также есть электропривод пятой двери, регулировка фар, стояночный тормоз у нас вот тут находится. В принципе, неудобно, не поддерживаю, мне удобнее, когда он вот тут под рукой находится. Колонки Крил, это премиальная музыка, вдруг кто пропустил. Память сидений на две персоны. В принципе, дверная карта вообще ничем не поменялась, абсолютно от слова совсем. Она идентична. Дальше у нас электропривод водителя, пассажир также есть. Тут широкие настройки, можно вверх, можно так, можно вниз. И появилась атаманка. По-моему, атаманка у Санта-Фе только из самой-самой максимальной комплектации. Вот, в принципе, тут все то же самое. Удивить меня тут не получилось. Хотя вот отсюда еще сейчас дует воздух. Там, по-моему, в той Санта-Фе этого не присутствовало. Ну, в целом, давайте посмотрим, что у нас на втором ряду сидений. Также есть дополнительная опция, это третий ряд сидений у них. Я почему-то думал, что она с третьим рядом сидения, она без него. Сиденье у нас складывается тут в пол, как видите. Давайте уберем это все. Ну, хотя тут вообще ничего не поменялось. Зарядки, 220 вольт я вижу, USB, память сидений, ну и все. Все то же самое, тут вообще ничего не поменялось. Шторки на окнах есть, ну это самая максимальная комплектация. Мне кажется, на самом деле панорама стала побольше. Единственное, что мне показалось, панорама стала побольше. По салону все идентично, багажники все то же самое, большой и объемный багажник. Пойдемте посмотрим на всякий случай. Пленка Люмар. Ну, багажник такой же, колонки Крил присутствует, можем сложить. С помощью кнопок второй ряд сидений. Тут у нас понятно, тут у нас то же самое, ну вообще ничего не поменялось от слова совсем. Ну, по внешней части у нас изменилась только морда, сзади почти ничего не поменялось. Смотрите, добавились Т-образные линзы такие, многие их называют молот Тора либо Т. В принципе, я думаю, это очень классно. Ну, серьезно, это свежо, это современно, я нигде такого еще не видел. Морда поменялась, стала другая форма у радиаторной решетки. Появились молдинги, которые подчеркивают формы, хотя эти формы есть и на прошлом, получается, до рестайлинговом поколении. Но они тут, вот эти молдинги, выделяют эти формы. Там они просто сама машина сделана, именно сам бампер так сделан, тут именно молдинги добавились. Это круто, она стала безопаснее, сейчас покажу почему, смотрите. Поворотник теперь показан полностью. Смотрите, это в наших городских условиях очень безопасно, я считаю. Особенно погодные условия, когда мешают. Это круто. Прям гениальное решение сделать их больше. Я это увидел у одного человека, который в обзоре и отзыве рассказывал об автомобиле. Я тоже так думаю, нифига себе, реально круто. Я бы не заметил сам. Считаю то, что да, достойно. Автомобиль стал вот тут немножко повыше. Санта-Фе, вот я смотрю, она чуть-чуть пониже. Вот тут она как будто надута. И вширь, и вбок. Вот, у меня просто она перед глазами.
А так в целом все то же самое, просто рестайлинг, который изменил коробку, некоторые детали в движке, в моторе, и внешне поменялось, конечно, кардинально все, а по салону только добавилось, считай, консольная панель и приборная панель. Ну, я думаю, на этой ноте можно заканчивать, не знаю, что еще сказать. Для нашего клиента она обошлась 3 560 000. А сейчас мы переходим к вишенке. Это Kia Sorento, абсолютно новый автомобиль, 30 тысяч пробег, 20-й год, идеальное состояние, есть окрас левого крыла заднего, максимальная комплектация, а теперь погнали. Начнем с того вообще, что это такое, ребят. Вы все знаете, Kia Sorento предыдущая, она вообще не похожа на данный автомобиль, вообще это просто разные автомобили. Это уже похоже на брутальный кроссовер, классный, современный, и который может дать фору какой-нибудь там гонке. Потому что он выглядит спортивно, и современный дизайн классно. Тут ходовые огни добавились, линзы современные, светодиодные. Решетка радиатора, как у К5. Смотрите, они у К5 как-то говорили, что это чешуя акулы, что ли? Чешуя акулы. И там у нас есть плавник, я дальше покажу его. В принципе, морда у него классная. Тут можно все разбирать. Столько деталей, столько дизайнеры постарались. Смотрите, даже туманки они сделали треугольником. Классно. Феерически приятно мне на это смотреть. Я скажу вам так. Автомобиль реально современный. И он отличается от своего предшественника. Не то, что Санта-Фе. Санта-Фе взяли старую базу, на нее новшества вкатили новые. В принципе, это логично. Они усовершенствовали автомобиль. А тут они просто поняли, что все, надо на корню бросать ту затею и делать совершенно новый автомобиль. И у них это получилось. Продаж в Корее Kia Sorento гораздо больше, чем Санта-Фе. Да у нас в России Kia Sorento, я так понимаю, будет больше востребована, чем Санта-Фе. Потому что, ну, это интересный автомобиль. Новый. Прям новый автомобиль, понимаете? Я в салоне вам покажу, вы тоже обалдеете. Но есть нюансы. Его, я так понял, в основном делали на американский рынок. И они учитывали запрос американцев. В некотором плане в салоне я вам покажу. Ну, а морда у нас что? Реально, смотрите, все футуристично. Красивые молдинги. Опять же, это максимальная комплектация. Самая максимальная комплектация, которая существует на панорамной крыше с проекцией. Классно выглядит решетка радиатора. Она прям уверенно сделана. И эмоции не передать мне их. Я не то, что хочу вам продать, я то, что хочу сказать, заказывайте такую. Если, в принципе, знаете, ценообразование, давайте сразу скажу. Если рассматривать среднюю комплектацию Nobles, это Signature, то 60 тысяч километров на 2WD, 2.2 дизель, также робот, она зайдет от 2 950 тысяч рублей до Владивостока. В хорошем состоянии, с пробегом там 60 тысяч и средняя комплектация. Если полный привод в средней комплектации, то от 3 350 000, тоже с пробегом 60. Она подороже, да, немножко идет. Если за такие же деньги можно взять Санта-Фе на максималке с пробегом 30 тысяч, то тут чуть-чуть уже, да, нужно бюджет побольше. Но опять же, он того стоит, это новый автомобиль. Цвет у него, кстати, очень интересный, не цвет, а унитаза, знаете, который белый. Тут перламутр. Классно смотрится, блестит на солнышке, как будто его блесками посыпали. Kia здесь использует современные, именно в максимальной комплектации, современные светодиодные линзы прожекторного типа, которые подсвечивают повороты. Они есть не во всех комплектациях, но опять же, максималки они будут присутствовать. Ну и также очень классное решение сзади, это вертикальные фонари. Посмотрите, как они выполнены классно. В потоке, если Санта-Фе, ну, будет смотреться красиво, но не выделяться, то Kia Sorento, я вас уверяю, будет в ближайшие года выделяться, потому что сейчас она заполнит рынок, так как стала проходная с апреля, напоминаю вам. Проходной год, это значит то, что автомобиль можно вести по льготным условиям на таможне. Поэтому сейчас ждите и ту, но скорее всего только вот Sorento будет преобладать в количестве. Классная новая надпись дизайн Sorento, которую они начали вставлять. Только непонятно почему они лейбл современный на ней не делают, именно Kia без кружочка. Дальше, фальш-выхлоп, без таких хреновин, которые торчат, знаете, трубы, фальш-выхлоп и дыма ничего нет, то есть без имитации. Тут реально классный фальш-выхлоп, понятное дело, что это не выхлоп сам, он под низом есть там с этой стороны, но выглядит классно. Автомобиль у нас идет шестиместный, получается у него второй ряд капитанские кресла, ну, я думаю, то, что для России можно называть это семиместный, потому что на третьем ряду лавочка, где можно поместиться, в принципе, втроем спокойно. Ну, пойдемте по салону посмотрим. Ну что, в салоне у нас совершенно другой автомобиль, как и внешне. Тут я сравнивать ни с чем не буду, буду вам рассказывать. Смотрите, прямоугольные вертикальные формы, везде подчеркиваются прямоугольные вертикальные формы. Затем
фактурная панель, если бы она была гладкой, смотрелась бы, ну, не так круто, а тут она фактурная. В принципе, это тоже новое решение от корейцев. Дальше, что у нас тут есть? Беспроводная зарядка, проекция на лобовое стекло, все то же самое. Большая панорамная, очень большая панорамная крыша, подогревы на передних сиденьях, вентиляция на передних сиденьях, сзади посмотрим. Память на две персоны. По опциям, опять же, Kia и Hyundai шагают в ногу, как и раньше, так и сейчас. Только сейчас это две разные машины, потому что по внешности, и вот реально по внешности я бы отдал предпочтение, конечно же, Sorento, ну и Santa Fe. В принципе, тут тоже офигенно смотрится. Если сравнивать четвертое поколение, не рестайлинг Santa Fe, и прошлое поколение Sorento, то там все выбирали Hyundai, потому что он внешне классно выглядел. По опциям идентичны, по технике идентичны, ну, они одинаковые все. А тут по опциям и технике они одинаковые, но по внешности и по цене немножко разные. И вот внешность, конечно, тут сейчас будет, я думаю, за Sorento. Ну, давайте по опциям посмотрим. Беспроводная зарядка у нас находится вот тут. Опять же, первое решение корейцев. Классно смотрится, спору нету. Но это то место, где, скорее всего, чаще всего, вернее, оно используется. Все кладется. Телефон, все, что есть, туда будет бросаться, и оно будет коцаться. Это очень такой материал, восприимчивый ко всему, и его быстро можно закосать. 3 USB, зачем-то 3, многовато, непонятно. Беспроводная зарядка у нас там. Дальше, совершенно новый дизайн у опций комфорта, подогрев и вентиляция. Очень классно смотрится, таким вот, блин, реально классно смотрится. Но тут присуще американскому рынку все. Смотрите, вертикальные полосы, большие дверные ручки, большое все это. Вот автомобиль делался для американского рынка, но там немножко, конечно, по-другому к автомобилям относятся. Чисто автомобиль, чтобы доехать из точки А в точку Б. Хорошо, что добавили опции, которые нужны русским. Все тут есть, поэтому автомобиль на наш рынок 100% зайдет. Два подстаканника, потом еще одна полочка, куда можно что-то сложить. Парящего эффекта тут нету, вот за это минус. Тут можно было обыграть это пространство, сделать еще одну полочку, куда можно что-то либо бросать. Автоматический климат-контроль также присутствует. Тут уже у нас идут, смотрите, сенсорные кнопки. Ионизация воздуха также присутствует. Смотрите, если окно открыто, мы нажимаем ионизация воздуха, окно автоматически закрывается. И, в принципе, начинается весь процесс. Автоклимат сам по себе работает. Три режима есть тоже. Очень удобно, очень классно. Сам регулирует скорость, температуру. Вот за это, да, прикольная штука, респект. Мультимедиа тоже можно русифицировать. И проекция на лобовое стекло одинаково большая, одинаково информативная, как у Santa Fe. Что у нас? Цифровая приборная панель. Она тоже обыграна классно, также 4 режима. И также цифровая панель меняет картинку, но у Santa Fe поприкольнее, покрасивее немножечко это все выглядит. Такая же информация передается. Контроль дистанции, удержание полосы на проекцию и на цифровую приборную панель. Тут у нас уже идет шайба инновационная, которую переключаем и передачи. И также такой манипулятор, которым мы выбираем режимы вождения. И если бы это был полный привод, это у нас 2WD, передний привод, то мы на нее нажимаем, и можно менять режимы для полного привода. В принципе, подогрев руля, камеры в круг, парктроники в круг, горный тормоз. Все тут присуще. И стояночный тормоз находится в нужном нам месте. Очень удобно. Я считаю то, что стояночный тормоз всегда должен находиться тут, а не под рулем. Мне тут коленка. Ну, неудобно мне немножко. В принципе. Крыша у нас идет не Алькантара. Я Алькантару, если честно, не люблю. Если это недорогой какой-то автомобиль за лямов 5-6, Алькантара мне там нафиг не нужна. Мне она не нравится. Мне нравится, когда вот так вот. Очень классно смотрится. Место как-то больше. Все всегда чистое. Не надо за ней ухаживать. Мне кажется, то, что должно быть так. Панель тут уже немного уровневая, как у Santa Fe, но все же она обыграна тоже как-то прикольно, потому что вот тут переходы такие, имитация кожи, строчка, но это не кожа. Тут кожа, хорошая очень кожа на ощупь, классная. Электроприводы у пассажира и водителя, также с настройками атаманки, поясничные опоры. По опциям идентично, все одинаково, смотрим только на внешку. Внешне теперь эти два автомобиля можно наконец-то сравнивать. Наконец-то я дождался этого момента, когда можно сравнить Santa Fe и Sorento. Я очень рад, вы не поверите. Лепестки также присутствуют у обоих автомобилей. Широкий руль, удобный широкий руль. Я бы только вот тут немножко поменьше сделал. А так претензий у меня нету. И как бы для меня это ново. Конечно, я жду что-то такое, когда Sorento выпустит, чтобы можно было сравнивать. Я вот очень жду, чтобы можно было сравнить. Я уверен, можно будет сравнивать, потому что это
Не то, что, конечно, многим бы хотелось от Соренто, потому что Соренто, видно, наняли нового дизайнера. Я не знаю, что у них там произошло, но тачки стали у них гораздо красивее внешне по салону, чем у Hyundai. Карта дверей, в принципе, для меня нечто новое. Во-первых, ручка. Смотрите, какая удобная ручка. Фактура, память сидений. Тут все по стандарту. И очень огромная дверная ручка. Очень много элементов в автомобиле сделано дорого-богато, условно говоря. Но есть моменты, которые, ну, прям видно, что дешевые. Мы смотрим сюда, думаем, алюминий. Когда трогаем, мы понимаем, что это пластик. У автомобиля была закоцана ручка, когда мы его покупали, хозяин сам ее поменял. И я думаю, то, что с ней стоит обращаться очень аккуратно, чтобы не оставить следов от эксплуатации. Колонки находятся, в принципе, там, где должны быть. Ну, вот это вот удобно. И дверь сама очень объемная. Вот как все американцы любят, это как в Форде огромная дверная вот эта ручка. В принципе, классно смотрится дверная карта. Давайте посмотрим, что у нас на втором ряду сидений. А, пока не забыл. Атаманки у этого автомобиля нету. По-моему, я сказал, что она есть, потому что мне один человек говорил, что она должна быть. Второй ряд. Я балдею с него. Очень много места. Одно из самых гениальных решений — подстаканник в дверной карте. Почему нельзя делать в других автомобилях то же самое? Подстаканник в дверной карте. Почему? Не знаю, в общем. Подогрев, шторка, хорошая, удобная посадка, сзади электропривода нету. У меня рост 1,190 м, я сейчас залезу, смотрите, очень комфортно я себя ощущаю. Подлокотник у меня есть, тут есть кармашки сбоку, места достаточно много между нами. И очень огромная панорама, реально, она вот, вот до сюда, и на еще на третий ряд сидений даже хватит немножко. Автомобиль сам в идеальном состоянии по салону и по внешности. У нас есть USB, большое отличие, не понимаю, почему в Санта-Фе нельзя сделать USB в спинках сидений, очень классно. Кнопочки, чтобы подвинуть пассажира, место себе побольше сделать. Тут две USB, 220 вольт зарядка, я не знаю, вот это реально гениальное решение, подстаканник сюда поставил спокойно и все. Очень удобный подстаканник, который фиксируется. USB также нету в Санта-Фе сзади. Но это мелочи, но как бы тут уже приятно. А вот у нас, похоже, кожа. Или кожа там. Строчка очень качественная и похожа на кожу на самом-то деле. Так, ну давайте разложим третий ряд сидений, посмотрим, что у нас там есть. Давайте вообще сначала багажник посмотрим, сколько там места, когда третий ряд сидений разложен. Вернее, сложен наоборот. Про камеры заднего вида и т.д. и т.п. Камеры 360, сонары 360, я не говорю, это максимальная комплектация, все, что вообще возможно, в них есть. Это на заметочку, потому что многие могут к этому прицепиться. Большой объемный багажник. Мне кажется, то, что он немножко поменьше, чем у Санта-Фе, на самом деле, в длину и в ширину. Вот у нас тут тоже подстаканники есть на третий ряд сидений. USB зарядка и климат-контроль. Также можем с помощью двух кнопок сложить второй ряд сидений, если это нужно. Вот таким образом убираем, аккуратно складываем. И достаются третий ряд сидений. Ну, он вообще как новый, тут, в принципе, места достаточно. Я когда залазил, проверял, тесновато сзади на третьем ряду сидений, но сидеть, в принципе, можно даже с моим ростом. Поэтому места в автомобиле достаточно много. Смотрите, автомобиль стал сам по себе выглядеть гораздо объемней. Он прям в несколько раз кажется, что больше Соренто, на самом деле нет. На сантиметр выше, там на 3-4 сантиметра выше колесная база. В ширину чуть подлиннее, ну, вернее, в ширину чуть побольше и в длину чуть подлиннее. В принципе, почти такой же, но выглядит он теперь реально объемным, массивным. Дверные карты классные, но они утяжеляют дверь. Она очень тяжелая дверь на самом деле стала. Что передняя, что задняя. Ну, как видите, я не сравниваю их. Санта-Фе — это старая, добрая, классная Санта-Феха. Кроссовер объемный, семейный, большой, которому хватает своей тяги, мощности. Но просто с инновационным улучшением. По салону немножко добавили, внешне изменили. Кардинально-то автомобиль-то сам не изменился. Ну, мотор. Мотор, да. Коробку поменяли. Поменяли некоторые моменты, которые именно вот по технической части они изменились. А сам внешний нет. А Соренто — это полностью отдельный автомобиль, который ничего общего с своим предшественником не имеет. И иметь не будет. Я рад. На самом деле, очень. Важная вещь, которую забыл сказать. Объем бака у Соренто 71 литр, у Санта-Фе 67 литров. Для многих это очень важно. Ну и заявленный расход, на самом-то деле я сравнивал, у Соренто меньше. Прям не то, чтобы вау, но меньше. Действительно, прям поменьше. Хотя я не понимаю, с чем это связано. Вот. По поводу робота я все объяснил.
Ну и подходим к завершению. И смотрите, ценообразование, которое я называл, оно актуально на сегодняшний день. Мы будем брать вону за 0,0635. Вот по такому курсу, если курс такой же будет, то будет такая стоимость. Но опять же, все меняется, рынок Кореи очень динамичный, поэтому, чтобы рассчитать стоимость автомобиля, вы пишите нашим менеджерам в Telegram, они бесплатно рассчитаются стоимость, либо же на сайт переходите, там оставляйте заявку, и менеджеры наши также с вами свяжутся. По срокам доставки сейчас, сроки доставки уменьшили за счет того, что мы нашли новый способ оплаты через криптовалюту. Теперь все платежи по договору мы принимаем только на себя. И тем самым вы экономите свое время, не нужно ходить по банкам, бегать, искать банки, ездить в другие города. Мы берем все это на себя и переводим ровно за 1 час деньги в Корею. Тем самым мы доставляем автомобили за 1,5-2 недели. Теперь все зависит от парома. Что сказать по данным автомобилям? Я думаю, то, что оба автомобиля теперь стали достойны друг друга. Если раньше все, 90% отдавали предпочтение Санта-Фе, то вот теперь у этих двух автомобилей, я думаю, все поделится 50 на 50, потому что Санта-Фе стала еще лучше, она была очень классным автомобилем, стала еще лучше. Соренто просто стал новым автомобилем с инновационными решениями по салону, по внешнему виду. Поэтому, понятное дело, Соренто чуть подороже. Ну, тут разница в 100-200 тысяч рублей у нас идет уже. Ну, и за, как я называл, то, что можно среднюю комплектацию купить за те же деньги, что можно Санта-Фе купить на максималке с небольшим пробегом. Санта-Фе будет проходная с августа, но для тех, кто хочет ее уже приобрести, пора заказывать именно сейчас. Чем раньше, тем лучше, в августе их уже не будет. В августе начнется борьба за эти автомобили, потому что они станут проходные. Для тех, кто хочет на перепродажу брать, самое время сейчас брать, так же, как мы взяли Соренто на границе, пока она была не проходной, цена была ниже. Как только она станет проходной, их всех выгребут. Все выгребут, я вам обещаю, я вам гарантирую это. Соренто все выгребли, просто их сейчас тяжело найти. Цена стала выше, и с небольшим пробегом автомобиля стало меньше. Понятное дело, что найти можно, если есть запрос, но придется подольше поискать, они будут подороже стоить. Но если вы хотите Санта-Фе взять, то пора брать сейчас. Пора брать сейчас, она будет подешевле, подождет на стоянке нашей в Корее, постоит месяц, два, три, но зато будет вам подешевле, и вы получите максимальную выгоду. Поэтому, если вас интересует автомобиль из Японии, Кореи или Китая, пишите по ссылкам в описании, наши менеджеры будут вас ждать, бесплатно проконсультируют, рассчитают стоимость любого варианта под заказ со всеми расходами. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующем ролике.